Аллилуйя! Приветствую вас, драгоценные мои! Благословляю вас именем Иисуса Христа. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Возьмите, пожалуйста, вашу кружечку кофе, если у вас утро. Если у вас вечер, можете взять кружечку чая. Какое благоухание сейчас идет от этого кофе. Мне говорят, мне нужно избавляться от этого. Может быть, мне нужно избавляться. Но я приглашаю вас присоединиться. Я Максимов Максим. И хочу сказать добро пожаловать в нашу интернет-общину «Дом веры». «Дом веры» у нас вещается каждый день. А мы встречаемся вместе на Доме Веры, домверы.ру, каждый день. А если у вас есть желание, пожалуйста, пройдите вместе с нами, присоединяйтесь. Наша интернет-община желает служить вам, угодить вам, даже угодить Богу, чтобы послужить вам, Я стараюсь служить каждому из вас и донести благую весть. Конечно же, я не нахожусь рядом с вами, я не нахожусь там рядом с вашими домами, с квартирами, и не нахожусь прям возле вас. Но мы близки, хотя бы через экран монитора или телевизора я могу быть в вашем доме, могу быть вместе с вами. Итак, если у вас есть желание, пройдите сейчас на сайт домверы.ру и напишите мне ваш комментарий, как это делают уже многие люди. Люди пишут, я вижу, из Эстонии. Давайте посмотрим, кто у нас здесь что пишет. Так, включаю монитор, смотрю на монитор. Итак, смотрим на эту камеру. Сынок, вот эту камеру нужно включать, когда я на монитор смотрю. Слава Церкви приветствует. Яна из Москвы приветствует. Лариса из Бершевы, Катя из Эстонии, Дмитрий, Георгий из Нальчика, из Воронежа, Александр из Каменогорска, Татьяна с Риги. Приветствую всех, кто там комментирует. Пусть Бог благословит. Антон и Роза из Германии, наши друзья. В общем, всех приветствую общим приветствием, благословляю именем Иисуса Христа. Лариса из Ричмонда тоже говорит hello. Итак, сегодняшняя тема о оружии. Давайте откроем книгу пророка Исаии, это в Старом Завете, 54 главу, будьте любезны. Положим основание Исаии, 54 глава, и начнем оттуда. Я буду считать с 13 стиха. 54 глава, с 13 стиха. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сынов твоих». Хорошее обетование. «Ты утвердишься правдою, и будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот, будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. Я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это и есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня». Кто-то скажет, это относится только к Израилю. Я не думаю, что это относится только к Израилю. Это относится к нам, к Израилю, Израилю Божьему, избранной невесте Христовой. Относится и к церкви, и относится к народу Божьему. «Ни одно орудие, сделанное против тебя», 17 стих, «не будет успешным». Многие люди говорят о том, что не будет успешно, ставят акцент. Я как-то посмотрел по-другому и увидел, ни одно орудие будет сделано против тебя. Когда мы смотрим на стратегию врага, мы понимаем, что он делает против нас замыслы. Он делает против нас орудие. Он пытается нас угнетать, порабощать. Он пытается создать атмосферу, когда мы чувствуем себя очень отвратительно, и он делает против нас орудие, он строит орудие, он созидает, что он замышляет замыслы против вас, драгоценные мои. Дьявол работает над тем, чтобы сделать против тебя что-то. Когда многие говорят, оно не будет успешно, это хорошо. Давайте я объясню так. Ни одно орудие, сделанное против тебя, я ставлю первое заявление, будет сделано ни одно орудие.
Дьявол делает копья и запускает в тебя копья. И вот на тебя летит копье дьявола. Он запустил, летит, и ты видишь копье. Что значит, оно не будет успешно? Оно не будет использовано? Нет, оно будет использовано, но оно не достигнет своей цели. Это значит, когда на тебя летит, ты вот так отодвигаешься, воткнулось в это, опаньки, ты смотришь, ух ты, и копье торчит. Потом второе копье летит, и бумс, воткнулось сюда. Это не значит, что дьявол не будет делать орудие. О, аллилуйя, дьявол не будет, будет делать орудие. Враг будет делать орудие против тебя. Он будет использовать орудие против тебя. И это орудие не будет успешным. Когда мы смотрим на это, замыслы дьявола. Смотрите, 15 стих 54 главы. Вот будут вооружаться против тебя. 54:15. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. И кто бы ни вооружился против тебя, падет. Нужно знать вот эту позицию. Против нас будут вооружаться. Против нас будут вооружаться. Как бы это ни хотелось, я против. Ты можешь быть против, может быть, ты делаешь что угодно, но против тебя будут вооружаться. Это факт, это точка, это фундаментальная истина. Против тебя будут вооружаться. Что я могу сделать? А я ничего не могу с этим сделать. Они вооружаются, сделаются орудия против меня. Я на одно могу рассчитывать. Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. Против меня будет сделано не одно орудие, оно будет использовано, но оно не будет успешно. Дьявола есть замыслы, коварные. Он хочет сделать так, чтобы тебя орудие поразило, чтобы его замыслы реализовались, чтобы ты был остановлен. А вы знаете, против меня куются замыслы и всякие гадости. И дьявол делает орудие против. И вот когда вопрос, мы говорим о замыслах дьявола, мы понимаем, что в данный момент против тебя делается орудие. Вы знаете, я помню, когда читал в детстве книгу «Морской волк» Джека Лондона. Мне вообще нравились книги Джека Лондона. И вот там есть один сюжет, когда этот молодой человек попал на корабль, и он там был юнгой или помощником кока и повара, и что-то там они делали. И, короче, один злодей начал точить меч против этого парня. И сказал, я тебя этим убью. И он каждый день вот так выходил, демонстративно точил. Вы знаете, удивительно. Я представлял, как он изо дня в день его подавлял сознание, давил на него. Что он точил меч снова. И говорит, я тебя зарублю. И вы знаете, когда вот этот пацан испуганный думал, что же делать? Вот дьявол примерно такую же стратегию избирает. Он начинает делать орудие против тебя, чтобы тебе пришел страх, чтобы тебе пришла боязнь, чтобы ты пришел разочарование, чтобы тебе пришло огорчение, чтобы ты стал мучиться. Что же происходит? Мы знаем, дьявол делает против нас. Во-первых, в результате мы знаем, что оно не устоит. Но нам не безызвестны. Нам не безызвестны его планы. Нам понятно, что этот злодей сидит и точит нож, точит против тебя орудие, созидает, стратегии разрабатывает. Ты ходишь, аллилуйя, песенки поешь. А он сидит, он затачивает и хочет сделать зло тебе. Он планирует против тебя зло. Он хочет сделать против тебя зло. Что же мне делать? Дорогой человек, если ты знаешь, что кто-то хочет сделать зло, побеждай зло добром. Бог обещал, что мы выйдем из проблем. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не устоит. Оно не будет успешно. Ни одно орудие, которое дьявол смастерил, оно не возьмет верх над тобою. Ты победитель во Христе Иисусе. Ты победитель. Тебе дана победа. Иисус завоевал победу. Скажите аминь. И, конечно же, мы знаем, что нам предстоит сражение. И не одно сражение. Нам нужно будет сражаться. И нам нужно будет
вступать в войну. И нам нужно будет биться и проливать кровь, но оно не будет успешно. Господь с нами. Давайте так, я как бы тезис такой хочу ввести. Бог обещал что вывести нас из проблемы. То есть Бог сказал, я помогу вам выйти из проблемы. Я выведу вас из проблемы. Но он не сказал, что проблемы не будет. Иисус Христос не пришел и не сказал, ребята, проблем не будет, теперь навсегда, навсегда у вас все будет шоколад, Эльдорадо. Не будет Эльдорадо, не будет шоколада. Мы вчера говорили с вами, что нам нужно пройти через Иордан в землю обетованную, где течет молоко и мед, и вот там нужно сражаться с великанами. Любой прогресс, если кто-то записывает, запишите. Любой прогресс встречает сопротивление на своем пути. Любой прогресс, любое движение вперед всегда встречает сопротивление. Если вы хотите расти в чем-то, преуспеть в чем-то, если вы хотите быть успешным в чем-то, вы должны понять такую вещь. Любое ваше желание расти. Вообще в природе любой прогресс встречает сопротивление. Мы смотрим на великое дерево, но не представляем, что это был желудь в земле, который там пробивался сквозь эту землю, пробивался вверх. Любой прогресс на своем пути встретит сопротивление. Ты маленький, никчемный желудь, но запомни, в благоприятных условиях, если ты преодолеешь сопротивление, ты победишь. Я видел, как травиночка сквозь асфальт пробивается, как цветочек бьется сквозь асфальт в надежде к солнцу стремиться, разламывая асфальт. Любой прогресс, любое движение, если ты хочешь добиться чего-либо, хочешь добиться успеха, запомни вот эту маленькую истину. Хочешь добиться успеха, ты встретишь сопротивление, ты встретишь противостояние. Ты хочешь вырасти в молитве, ты встретишь сопротивление. Ты хочешь вырасти в познании Господа, встретишь сопротивление. Ты встретишь сопротивление в любой форме. Ты обязательно встретишь сопротивление. Я хочу расти, я знаю, что дьявол будет противостоять. Я знаю, что будет борьба, сопротивление. Если вы хотите построить здание церкви, вы увидите, какое сопротивление вы встретите. Если вы хотите поднять прославление на новый уровень, вы встретите сопротивление. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, вы встретите сопротивление. Рост всегда сопряжен с борьбой. Хотите вырасти, вам нужно сопротивление. Как Давид стал Давидом? Бог пришел через пророка, помазал его, вылил елей на голову. Помните эту историю, когда он пришел к его отцу, Господь пришел к его отцу и сказал, покажи мне сыновей. Отец забыл про Давида, всех показал, Давида не показал. И вот помазанник Давида пригласили, он пришел, вылил на него елей и говорит, помазывай тебя на царство. И что, он стал царем? Да нет. Бог помазал его на царство, но он царем не стал. А теперь ему нужно еще встретить Голиафа и Саула. Голиафа сразится с ним, рискуя собственной жизнью. Саула будет преследовать тебя еще не один год. Не один год будет Саул тебя преследовать. Не один год будет Саул за тобой идти, охотиться за тобой, желая уничтожить тебя, разрушить тебя. Не один год Саул будет пытаться тормознуть твою жизнь. Люди дорогие, любой рост встречает сопротивление. Любой рост. Аминь, аминь, аминь. Давид сопротивлялся, Давид боролся, Давид искал. И Давид искал выхода, что же мне делать? Он искал в Боге упование, он уповал на Бога, молился, он укоренял отношения с Богом. И чем глубже отношения с Богом, тем больше Давид поднимался выше. Чем глубже отношения, тем выше поднимался Давид. Аминь. Давид поднялся на высоту по причине. Он сопротивлялся. Хотите вырасти духовно, вы встретите сопротивление. Это условие. Рост и сопротивление сопряжены.
Проблема в том, что многие христиане не хотят расти вообще. Они хотят расслабиться и сидеть расслабленными, ничего не делая, что-то случится. Когда к нам приходят трудные времена, давайте так, мы иногда расстраиваемся. К вам приходят трудные времена. Я обращаюсь к вам, дорогие. К вам приходят трудные времена. Если к вам приходят трудные времена, скажите мне, я вижу комментарии, там люди пишут, да, трудные времена приходят. Теперь, ты не должен быть расстроен трудными временами. Они приходят всегда, когда ты пытаешься иметь прогресс и пытаешься решить проблемы. Трудные времена приходят всегда, когда человек хочет изменяться. Нет трудных времен, когда человек продолжает делать то, что он делает всегда. Не трудно делать то, что ты делаешь всегда. Трудно, если ты хочешь вырваться из обыденности, прорваться сквозь посредственность и вырваться, подняться выше. Тебя будут тормозить все. Все люди. Вот сейчас просто ради эксперимента скажите какую-то мечту своим близким родственникам, что вы мечтаете подняться, добиться, мечтаете делать большие дела Божьи. Просто скажите кому-то, что вы хотите изменения роста, и первое, что вы найдете, сопротивление, сразу же скажут, ты перестань, не глупи, занимайся обычными вещами. Любой прогресс сразу же приходит трудные времена. Трудные времена приходят для того, чтобы мы стали лучше. Относитесь к трудным временам не как к казни, не как к наказанию, не как к Божьей каре. Относитесь к трудным временам как к благословению. Бог дает нам трудные времена, чтобы мы, все преодолевшие, устояли. Бог дал землю обетованную, но Он не убрал туда великанов. Почему так сделал Господь? Ну что такого? А причина в том, что великаны нам нужны, чтобы сопротивляться им. Нужны великаны, чтобы бороться с ними. За твоей спиной всегда стоит Господь. Поэтому враг убегает от тебя. Но все, что тебе нужно сделать, помни, что Господь с тобою. Я с тобой. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Оно будет использовано, но оно не будет успешно. Аллилуйя. Когда... Вы вспомните Сидрах, Месах и Авденаго. Они оказались перед позицией сломаться под систему, признать или не ломаться и бороться, сопротивляться. У Сидраха, Месаха и Авденаго был выбор. Был серьезный выбор, как им поступать. Пойти или не пойти против системы. Они пошли против системы, и Бог их избрал. Они прошли через самое трудное, через испытание смертью. Но они с достоинством прошли через это испытание смертью. И они добились успеха. Они были в печи, но они не погибли. Они выдержали сопротивление. Выдерживать сопротивление. Дорогие мои, я обращаюсь к вам. Приходит сопротивление в нашу жизнь. Нам нужно не сломаться. Нам нужно выдержать. Сопротивление. Нам нужно выдержать, преодолеть, как будто бы, я не знаю, вы знаете, как будто бы тебе нужно пройти сквозь вот это болото, которое тебя засасывает, на другую сторону. Победа на другой стороне. А многие хотят, не вступая в сражение, победить, не вступая в сражение, иметь победу. И если ты не вступаешь в сражение, имеешь победу, человек, ты проиграешь, не вступив в сражение. Но вступив в сражение, ты будешь победителем. Итак, Сидрах, Месах, Авденаго. Они были людьми, которые встретили сопротивление. Людьми, которые встретили открытым лицом. Встретили открытым лицом мракобесие. Идолопоклонство, и не преклонились. Конечно же, они прошли через огонь, но их жизни стали другими. Знаете, когда люди видят, что ты проходишь через трудные времена, они выражают тебе соболезнуют, сожаление. Ты не нуждаешься в сожалении. Некоторые христиане ищут жалости.
ищут участия, ищут понимания. У меня трудности, у меня мне плохо, мне так трудно, мне так трудно, мне так трудно. И они ищут жалости от людей, они ищут жалости у людей, и они думают, что ну, мне же плохо. Если бы люди знали, кто ты и откуда ты, они бы тебя не сожалели, они бы тебя аплодировали. Когда мы проходим через трудные времена, не нужно искать жалости и посочувствия. Есть христиане, которые постоянно находятся в состоянии самооплакивания и самосожаления. У меня такие трудные времена, у меня вот это, у меня вот это, и у меня вот это. О, дорогие мои, если бы люди знали, кто ты дитё Божие, что ты победитель, ты царственное священство, ни одно орудие, сделанное против тебя, не устоит. Если бы они знали, какая в тебе сила заложена, какое тебе помазание заложено, в какое тебе благословение заложено, они бы, конечно бы, аплодировали тебя как победитель. Но иногда им жалко тебя. Ой, ты христианин, бедняжка. Дорогие, искренне я говорю, не принимайте соболезнования и сожаления по поводу вашей жизни. Радуйтесь, противостойте, займите твердую позицию. Я могу преодолеть. Я знаю, оружие делается. Я знаю, сражение великое. Я знаю, что мы будем сражаться. Я знаю, что победа за мною. Я знаю, что я не отступлю. Господь со мною. Господь сильнее врага. Я не признаю поражения. Я не сломаюсь. Я не рассыплюсь. Я не расклеюсь. Я буду держать, продолжать стоять. Я буду делать Божье дело. Я буду служить. Я буду проповедовать. Я буду благовествовать. Я буду изменять. Я буду изменять эту жизнь. Я буду изменять окружающий мир. Я буду изменять все, что вокруг меня. Я буду приносить туда свет. Я буду верным служителем, верным Божьим человеком. Я буду изменять окружающую реальность. Потому что Господь со мною. И я могу преодолеть, я могу стоять, я могу твердо. Я могу преодолеть любые трудные времена. Я знаю, что трудные времена для меня это не поражение, не катастрофа, не разрушение. Для меня это победа, для меня это сила. И Бог дает мне силу, чтобы я преуспел, и я продолжал сражаться. Бог дает мне силу, чтобы я не останавливался, чтобы я не расслаблялся. Бог дает мне силу идти дальше, сопротивляться. Бог дает мне силу бороться, побеждать. Я знаю, против меня делается оружие, но я знаю, что Господь со мною. И он мне дает силу пройти на другую сторону, силу преодолеть. Аллилуйя! Он мне дает силу побеждать кровью Иисуса Христа. У меня есть сила, и я знаю, моя сила в Боге. Я стою на Писании, я утверждаю свою жизнь, что я прохожу трудные времена, но я знаю, победа от Господа, и я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Скажи аминь! Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все могу. Я все могу. За моей спиной Господь стоит. Я радуюсь. Почему я радуюсь? Да потому что Бог укрепляет меня. Почему я не печалюсь? Потому что Бог направляет меня. Почему я не расстраиваюсь? Бог со мною. Бог за меня. И основываясь на этом, я утверждаю, что Его Слово, Его помазание, Его Дух, Его любовь, Его прикосновение в моей жизни. Да будет имя Иисуса благословлено. Да будет имя Его прославлено. Дорогие мои, когда встречаете трудности, когда встречаете сопротивление, примите их с радостью. Это ваше сражение, в которое вам нужно вступить. Вы хотите победы, вам нужно вступить в сражение. Вам нужно начать сражение. Не бойтесь, любые трудности, пришли в вашу жизнь трудности, скажи, я не боюсь, я знаю, Господь со мною, я победитель, Христос со мною, Христос дает мне силы, я все могу, я стремлюсь вперед, я знаю, Бог со мной. Держитесь за позицию. Мы хорошо знаем, кто мы во Христе. Мы знаем, что враг, кто, мы знаем, кто такой враг, и мы знаем, кто он. И мы знаем, что он поражен.
мы знаем, что мы тело Иисуса Христа. Христос живет в наших жизнях. Занимайте доминирующую позицию. Позицию победителя. Не пораженного. Позицию победителя. Вы можете преодолеть. Вы можете победить. Вы можете иметь победу во Христе Иисусе. Вы победители. Аллилуйя. Победители в Боге. Вы победители в Иисусе. Вы побеждаете. Иисус дает вам победу. Откроем послание к Ефесянам в Новом Завете. Потрясающее послание. Ефесянам 6 глава. Откройте, пожалуйста, Ефесянам в Новом Завете 6 глава. Здесь сказано про все оружие. Еще раз, не печальтесь, не унывайте. Если к вам пришли трудные времена, Господь с вами, Господь вам дает силу, Господь дает победу. Ефесянам 6 глава, и я буду читать с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие, чтобы вам можно было стать против атак дьявольских, козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против зловластей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для этого, для сего, стих 13, примите все оружие». Для этого примите все оружие, дабы вы могли стать против, чтобы вы могли противостоять и в день злой все преодолев. Устоять. Примите все оружие, чтобы вы могли противостоять в день злой, день испытания. И для этого примите все оружие Божие. Аллилуйя! Мы все можем преодолевши устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истинную. И облекитесь в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Драгоценные, укрепляйтесь силою могущества Его. Наш эфир подходит к концу, и я хочу сказать, не отчаивайтесь. Против вас делается оружие. Аллилуйя! Против вас есть замыслы. Дьявол замышляет и против меня зло, и против вас. Дьявол замышляет зло. Не отчаивайтесь. Если он замышляет зло, это не значит, что это конец. Это не значит, что это конец. Это значит, что вы можете побеждать. Вы можете быть в победе. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Я прошу тебя, Господь, благослови каждого человека именем Иисуса Христа. Я благословляю вас. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да укрепит вас Господь в борьбе, в сопротивлении, да дарует вам победу именем Иисуса Христа. Да изольет Господь от Духа Своего на вас. Я молюсь и благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь да откроет окна небесные над вами, да изольет от Духа Своего, да явит свою славу, явит свою силу, да благословит тебя Господь во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь да укрепит вас, те, которые расслабились, те, которые отчаиваются, те, которые разочарование ищут, сочувствие и соболезнования. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас, чтобы вы преодолевали силою Господа Иисуса Христа. Господь да благословит тебя, да откроет окна небесные, да изольет от Духа Своего. Благословляю тебя именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа. Благословляю вас. Аллилуйя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Да укрепит вас Господь, да поможет вам и да поддержит. Против вас делается оружие, но оно не будет успешным. Поддержите нашу работу, наше служение. Благодарю Бога за ваше участие. Благодарю Бога за то, что вы поддерживаете нас. Благодарю Бога за партнерство. Ваше партнерство помогает мне продолжать проповедовать дальше. Почему? Как это может мне помочь? Я оплачиваю за спутники, оплачиваю за студию, оплачиваю за это помещение, оплачиваю за камеры, за все. Я
оплачиваю и знаю, что мы будем проповедовать Евангелие Иисуса Христа с силою, славою, в помазании Святого Духа. Да пребудет с вами Господь, да благословит вас Господь. Я благодарю вас за то, что вы являетесь нашими партнерами. Пусть Бог благословит вас. Очень ценю каждого, дорожу. И ты не один, мы вместе. Ты говоришь, у тебя трудные времена. У меня также трудные времена. И я нахожусь в гонениях, в преследованиях, в притеснениях. Хотел бы вернуться домой, но не могу в данный момент вернуться по причине преследований. И все, что я могу делать, могу продолжать проповедовать. Сижу в этой гараже, в студии, служу вам. Каждый день проповедую Евангелие Иисуса Христа, распространяя Божье Царство. Пусть Бог благословит вас обильно. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.